Наверное, многие согласятся, что хамелеоны – уникальные рептилии. Существует более 200 видов хамелеонов. Большинство видов обитает на африканском континенте. Их способность изменять окраску и рисунок тела широко известна. Кроме этой особенности, можно выделить еще одну способность. Они могут независимо друг от друга двигать глазами. В этом видео мы расскажем о пантерном хамелеоне. Его называют еще леопардовый хамелеон. Впервые этот вид был описан французским натуралистом Жоржем Кювье в 1829 году. Название рода Фурчи переводится с латинского как «раздвоенный» и относится к форме его конечностей. А видовой эпитет обращает внимание на окраску хамелеона и в переводе с латинского звучит как «леопардовый» или «пятнистый». Своему видовому названию он обязан сочетанию оранжевого и черного цветов и пятнисто-полосатому рисунку в преобладающем окрасе тела. Пантерный хамелеон обитает на острове Мадагаскар, но не на всем острове, а на севере и востоке Мадагаскара. Его можно также встретить на некоторых небольших близлежащих островах. Хамелеон любит селиться в хорошо освещенных лесах, среди зарослей кустарников, а также в садах и парках. У этой полуметровой рептилии на спине есть шипастый гребень, а его голова украшена своеобразным шлемом. Крупные выпуклые глаза, подобно перископу, могут вращаться в разные стороны, независимо друг от друга. При этом обзор составляет полный оборот – 360 градусов. Когда же добыча расположена рядом, то оба глаза могут быть направлены на нее. Это дает резкое стереоскопическое изображение. Надо заметить, что зрение у пантерного хамелеона очень острое и позволяет увидеть мелких насекомых даже на расстоянии 10 метров. Кроме этого, он видит и ультрафиолетовый свет. Это дает ему возможность находить потенциальную добычу по оставляемым следам. Питается пантерный хамелеон всевозможными беспозвоночными и новорожденными грызунами. Взрослые особи не прочь полакомиться мелкими ящерицами и птицами, которые попадают на их длинный клейкий язык во время охоты. Иногда хамелеон бывает настолько бесцеремонным и неразборчивым, что поедает даже собственное потомство. От множества других видов хамелеонов этот вид отличается самым большим разнообразием окраски. И его цвет часто зависит от его настроения, температуры воздуха, эмоционального состояния, периода размножения и преобладающего фона, где пребывает ящерица. За короткий промежуток времени пантерный хамелеон способен поменять цвет своего тела от насыщенного красного до ярко-зеленого в зависимости от сложившейся ситуации. Традиционно считалось, что хамелеоны изменяют окраску тела для мимикрии под окружающую их растительность. Однако недавно ученые пришли к выводу, что хамелеоны используют изменение цвета в первую очередь для коммуникации с представителями своего вида, а не для защиты от хищников. Пантерные хамелеоны ведут дневной образ жизни. Они предпочитают скрываться в невысоком кустарнике и деревьях не выше 2 метров. Избегают селиться в густых лесах. Часто греются на небольших возвышенностях, освещенных солнечными лучами. Как и большинство видов хамелеонов, пантерный хамелеон – территориальное животное. Кроме периода размножения, он одиноко обитает на своем участке. Когда же встречаются два самца, то они меняются в цвете и раздуваются, чтобы прогнать соперника с занимаемой территории. До драки дело обычно не доходит. Испугавшаяся сторона меняет цвет тела на серый или темный и благоразумно покидает чужие владения. В период размножения пантерные хамелеоны образуют пары. Они способны размножаться в возрасте 7 месяцев. Чешуйчатый покров самки, вынашивающей яйца, становится темно-коричневого или черного с оранжевыми разводами цвета. Такое изменение окраски дает возможность самцам найти самок для спаривания. Через месяц-полтора после спаривания самка вырывает ямку в земле и откладывает от 10 до 40 яиц. Их количество определяется наличием обильного корма. Инкубация яиц длится около 7 месяцев, и ее длительность сильно зависит от температуры окружающей среды. При неблагоприятных условиях инкубация может растягиваться даже до 320 дней.
У вылупившихся малышей невзрачная камуфляжная окраска, которая постепенно меняется на взрослую. В природе пантерный хамелеон живет 1-2 года. Эти удивительные рептилии легко приживаются в неволе и даже способны идти на контакт со своим хозяином. Поэтому многие любители экзотических животных содержат их у себя дома в террариуме. Правда, такой домашний питомец сможет радовать своего обладателя довольно непродолжительное время. Ведь даже при самом хорошем уходе пантерные хамелеоны живут в неволе не больше 4 лет. Нравятся ли вам эти красочные рептилии?